Добро пожаловать на мою страничку. Всем спасибо, кто посетил и подписался. Сначала купил передний бампер для Brabus, но пока он ехал до меня, я чё-то передумал и заказал реплику Mansory. Пороги и спойлер. Доделали задний бампер до ума, подогнали под выхлопные трубы. Ведь официально можно считать перекрашенным, теперь сборка, полировка и тому подобное. Двигатель 2.2 дизельный, 109 лошадиных сил, механическая коробка передач, задний привод. Машина была куплена в 2008 году. Также были куплены новые фары Hellad Restyle с ксеноном. Ну вот они на автомобиле. Замени задние дефлекторы на диодные. Сделали аксельбек. Двойную разводку под отверстие в бампере. Нажимаем автомат вниз. Стекло доехало. Вручную вверх. Автоматического режима вверх нету. Стекло закрылось. В ручном режиме, если нужно открыть, не полностью. Открыли наполовину. Все четко работает. Закрываем.
То же самое с другой стороны. Суппорт обрема 6 поршней с 350-10 мм дисками спереди и 4 поршнями с 320 мм дисками сзади. Суппорта белые. Армированные тормозные шланги по кругу. Диски будут с насечками в стиле J-Hook, как у Steel & Racing. Ну и кнопок управления на руле не хватает, поэтому буду ставить руль от Виана. Значит, смотри, как мы сделали. Первая ступень нагрева, вторая ступень нагрева. Сейчас вот смотрим внимательно на яркость. Третья ступень нагрева, максимально ярко. Еще раз нажимаем, все выключилось. Из любого режима нагрева нажимаем охлаждение, все выключается. Из любого режима охлаждения нажимаем режим нагрева, тоже все, не нажал, все выключается. Еще раз охлаждение, еще раз. И смотрим внимательно яркость. Оп, еще ярче. Это максимальный режим охлаждения. Последний раз все вырубается. Замени подсветку на белые диоды. И подсветку приборки тоже поменяли. Стрелки теперь синие. Взял за 35 комплект с какого-то рейнджа. Искал именно с него, чтобы был подлокотник. И отдал за блок управления. Что мы в итоге получили? Значит, смотри, закрываем дверь, входим от автомобиля. Входим, отходим. Вот я выхожу. Обратно. Это ты подходишь в стандартном режиме к тачке. Все.
Все, она открылась, ты подошел. Садимся, значит, в салон. Тут у нас кнопочка старт-стоп. Мы сели, нажали тормоз, у нас зажегся светодиод. Можно запускать мотор. Запускаем мотор. Все, мотор запустился, все красиво. Тормоз убрали, все, у нас кнопочка старт-стоп подсвечивается. Мап он тут что-то поет. Габаритики включили. Все клево. Ну, вот, приехали. То есть, ну, пока ты едешь, понятно, нажатие на тормоз, вот я жму несколько раз, оно не приводит, потому что здесь зажигается сиреневый светодиод. Это вот я убавил громкость с помощью руля, сигнал. Все красиво. Чтобы заглушить, просто нажимаем кнопку старт-стоп один раз, все, машина заглохла, руль заблокировался, все. Все здорово. Еще раз выглядит это у нас вот так. Тормоз. Если ты без тормоза включишь АЦЦ, зажигание, выключаем все. Вот как-то так. Пришла новая резина на 18. Yokohama V105 S Advan 245/50R18. Приветствую всех, кто зашел на мою страничку. Подписывайтесь, оценивайте.